Hi everyone, welcome to John Madden Football. Я с пасами не понимаю, да, там есть три окна, куда пас сдавать, но это не работает. То есть ты нажимаешь, ничего не происходит, собственно, вообще ничего. Они как кидали на шару, они так кидают на шару. Что тут можно играть 15 минут, одну четверть, целый час можно катать. Ну, поди, за Чифа будем играть. Как бы статки типа получше будут. Неплохо так. И не знаю, что с пасами. У меня, видимо, и в игре... Да как он побежал? Ты чё гонишь, что ли? Как он... Как он побежал, наркоман? Друина. Ну, нормально. Ну, тут надо по времени больше очков получить. В принципе, все очень просто. Рашпунт попробуем рвануть. Не получилось. Чуваки, вы должны поймать. И когда пасовую комбинацию убираешь, смотреть, куда там идет пас, налево, в центр или направо, по скрипту пас поймается, если играть точно. Погоди. Когда пасовую комбинацию убираешь, смотреть, куда там идет пас, налево, в центр или направо. Одну игру, это финал. Я могу ничего не нажимать, абсолютно ничего не нажимать. И иногда это работает, иногда это не работает. Как бы, я вообще не понимаю, как пасы работают. Смотри, сейчас я вот ничего не буду нажимать. Хрен знает, что сейчас было. Не очень хорошая тактика. Сейчас попробую что-нибудь донажать. Как бы вообще летит фиг знает куда, без понятия. Еще раз попробую. На максималочках. Блин, не добежал. Отстой. Шансы были. Red,
Отстой. It's not good. А почему it's not good? Не понимаю. Почему это it's not good? Для этого было все good, а это it's not good. Я у линии почему-то опять начинаю. Ну, это нормально. А, нет, не у линии. Так ты у тебя руки, что ли? Реально? Отлично. Не надо было бы так. Машни всегда шотган. Это комбинация чисто пасовая. Ну, давай мы будем машнить шотган. Ух ты! Слушайте, неплохо, это шанс. Это шанс. Да блин, как он интерсепшн-то свой сделал? Что за срань? Заруинено. Заложник 1 сентября. Ну, это нормально. Можно поздравить с этим. Так, он неплох. Так там же ретурн, почему они не побежали-то? Фриста... О, слушай, это, кажется, работает. Собака. Так близко было к тачдауну. Стреляли все врачи в стоматологии. Жесть. Пацаны, давайте тачдаун. Нам нужен он. Yes. Красавчики. Красавчики, красавчики, ребята, красавчики. Идем к успеху. It's good. It's good. It's good. Как он там? 7-0. Тащим.
Да куда? Ну вот, ладно, сломали. Третий удар. Блин, отстой. Отстой, отстой. 14. Он, наверное, да, сейчас замашнил. Да, он замашнил. Так вы чё? Капец. Поймать не мог. А типа, если мяч никто не ловит, да, то типа просто удар слит и ничего не происходит. Ни в плюс, ни в минус. Его надо обязательно поймать. Видимо, его считается, если поймал. Чуваки, давайте, пут ретур должен сработать у нас. Мы же красавчики, да? Фристайл крутим. Рака Макафо. Нормально. 40. Почти середина. Пятюня, нормально. Пятюня хорошо. Отлично. Я понял свою ошибку, я просто рано нажимал. Они не успели разойтись по своим позициям, видимо. Из-за этого тактика не работала. Я думаю, что это так. Четыре. Хорошо. Нормально. Так, попробуем. Так, в смысле? Я ж нажал. So close. So close. А можно... Дайте я пробью, наверное. Или нет? А, рано пробить. Хотя... Ну-ка. Привет, Кудимов. С любовью от Викионика. У нас тут топовая игра. Да, вот надо было пробить. Вот кого я не послушал. Теперь интерсепшн. Теперь все заново. Я вот этого и боялся, что он мяч перехватит, и я в оборону перейду. Я прям этого и боялся. Именно этого. Это и случилось. Да блин, Юки, прикольная игра. Вообще, американский футбол хорош. Есть правила, знаешь, более-менее, то это интересно. Как спорт интересен. Как игра, не знаю, как спорт. Да, вон. Вообще штука зрелищная довольно-таки. К3 тоже интересная. Может быть. Привет, ЭГР. Да, да, топ-тема. Хотим продать Xbox, теперь не буду продавать, куплю Madden, буду рубать целыми днями. Сейфти.
Сейчас баночку забьем, ребят. Баночку сейчас. Вклепаем. Али, не вклепаем. Почему не вклепаем? Я что-то, кстати, не знаю этого правила. Это правило отстойное. Видимо, нельзя так делать, значит. А мне он почему-то банку забил тогда. Какого-то черта. Что-то я, наверное, не знаю еще пока всего об этой игре. Канатян в отпуске. На море. Давай, чувак, посуду. Капец. Через левый фланг делать атаку? Почему через левый? Ай, ну ёп. Ну кто так мяч ловит? Ну, пас интерференс. Ништяк, это в мою пользу. Это что-то сработало в мою пользу, значит. Ну, чуваки, давайте по-нормальному. Ну, кто так пас дает? Красавчик. Ах, блин, почти добежал. Почти добежал до тачдуна. Чуть-чуть не хватило. Блин, 20 секунд. Время заканчивается. Пасулю. Тачдун. Yes. 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 Тачдун. На максималочках. It's good. It's good. Блин, слабо. Ну, тоже сойдет. Да, сейчас перерыв будет. Сезон? Нет, так я сезон проиграл уже весь. Ребят, можете посмотреть, я весь сезон отыграл. Все 20 этих. Ну, как отыграл? Отсимулировал, но это тоже считается. За игру. Блин, что за руина? Вы чё? Как так-то? Вы как это сделали, ребят? Как вы прозевали-то? Ё-моё. Потрачено. Потрачено. Блин, на последних секундах просрал. Как так-то? Прям вообще на последних. Такой отстой. The game is still in balance at the half, although the Kansas City Chiefs currently have the lead. One could be the New York Giants. Let's take a look at the halftime show. Блин, это очень обидно. Очень обидно. Впереди еще будет много, да? Это было хорошо. Пацаны. Вот отстой-то. Давайте шотган будем. Надеяться на чудо. Чудо не произошло. Еще раз. Я хотел флип нажать. Так, там кто? Там это нарушение правил было сейчас. Ребят, это машина. За такие вещи надо с поля удалять, я считаю.
Сломали. Ничего, не сдаемся, продолжаем. Ну блин, слева так долго летел. А Б. О, отлично. Отлично, отлично, ребята. Плюс 22. Сколько там до расстояния? Блин, тут не пишут, сколько расстояния осталось до ворот. 30. Можно пробить, наверное, будет даже. Налево. Тачдун. Yes. 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 Тащим. Блин, игра очень интересная. Просто машина. Просто нереально. It's good. It's good. Тащим. На максималочках давайте, ребята. На максималочках должны выбить. Тачбэк. Тачбэк — это хреново, насколько я знаю. Семь. Еще 15 футболов. Да я не расстраиваюсь. Мне еще бы это надо добить. Блин, ну начал как-то мутить. Штуки всякие. На дальность. Мне это не нравится. Как он так прям поймал-то, блин? Сразу же подхватил с места. Пасуля. Тачдун. Ах, собака. Почти тачдун. Надо бы прям бежать до упора. Повезло, что он мяч не перехватил. Бани, тут замес адский. Ой. Еще раз. На весиком. Стой. Может пробить попробовать? Пас. А, слушайте, интерференс. Мне сейчас должны это... Давай еще раз попробую тачдун. Потому что он задержку сделал. У меня еще шансы есть. Блин, сломали. Блин, там чуть-чуть добить-то, пацаны. Самая малость. Руина. Еще раз. Найс.
Руина. Надо было бить. Офсайд? Какой офсайд? Чуваки, какой офсайд? That is big time football. 17. Ребята, не даем. Сейчас что-то начал мошнить сильно. Блин, я какую тактику достойную взял сейчас? У меня что-то назад они бегут, нет? Что-то я не то нажал. А пацаны, что творите-то? На руках без паса. Так, как там можно? Отстой. Ну, ладно. Все равно пока преимущество на нашей стороне, надо время потянуть. 23-7. Как бы счет хороший. Раш. Но я выбирал. А, нет, я не раш выбирал. Да, точно. Я как бы назад отбегаю. Раш я нажимал раньше, но он не работал. Сакет. Ну ладно, тут уже без шансов, тут надо перерыв. Тут надо выбивать уже. Нормально. Тащим, 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 ребята, не сдаемся, продолжаем. В том же духе. Блин, поспешу. Нервы. Так я же нажимал. Нормально. Фу. Нас, по-моему, тихонько сдвигает на нашу, на наши ворота. Не очень хорошая ситуация. Mm-hmm.
О, пас. Отлично. Оказывается, поймал. Мне казалось, что он не поймал. Пасуля. У-у-у-у. Слушай, ты можешь с поля пробить? Давайте с поля попробуй пробить. Можно же пробить? Кто знает. Что ради интереса попробовать. А, понял. Тут еще направление надо как-то менять. Оно у меня не менялось. Окей. Я не понял, как направление менять. Отстой. Да чего? Блин, как он пробежал вообще? Началась какая-то машина. Так оно не идет. Каким образом я буду время убивать? Здесь play clock и time. Это как бы... А, ну если только в игре время убивать. Оно здесь не идет. Как его убивать, если оно не идет? Пасуля будет? Не будет. Здесь время не идет, когда ты не бьет. А? Ёперный театр. Чуваки, ну чё, совсем что ли? Пипец. Он какую-то машину включает в конце опять, и нереально. Какой счет? Ну я пока выигрываю, но это... Все, это вот уже слив. Че, гоните что ли? Капец. Как он это делает? С чего? Какой пас? Откуда? Что? Капец. Отстой. Как бы весь матч играл отстойно, сейчас он начинает мошнить. Читерские пасы какие-то. Даже пас не дает, я не знаю, как что с этим жить. А я еще выигрываю, конечно, чуть-чуть, но это на минималках прям. Two.
Каким образом время идет сейчас? До этого оно не шло. Не совсем понимаю. Принципа. Ну это же был почти тачдаун. Как же так? А, время идет в начале, а потом оно не идет, видимо, да? Тачдун, ребята, это тачдун. Это успех. Это успех. Непомнённый пас или нарушение. Ну все, чуваки, ломаем его. Тридцать 9 секунд осталось. Да, я понял. Тайм-ауты пошли. А ты просто Юки не шаришь, начинаешь игру хитерить. То же самое Fire Emblem. Не шаришь, игру начинаешь поливать всякой грязью. Просто надо уметь в игры как бы вникать. Ну там диалогов много, Хао, там. Как в дотке паузе, да. Частый случай в дотке. Когда проигрывают, начинают паузу юзать. 7 секунд, все, давай, КГ. Да, если выпили диалоги. Там просто очень много, видимо, диалогов таких, которые ничего не значат, и это не совсем хорошо. Че, все? Ну да. Congratulations to the Kansas City Chiefs. It does not get any bigger or better than this. Let's take a look at the Super Bowl celebration other way. Sorry for my English. Ладно, все. Hey, thanks for playing. This is John Madden saying goodbye for EA Sports. This is John Madison. И всем goodbye говорит. Отличная игра. Не один матч, а финал, Хау. Финал. Это важно. Все, ГГ. О. Блин, прикольно, у них машины разные. Это финал. Я говорю, я прошел финал. Все, игра пройдена. Я не один матч, а 20 матчей играл. Ну и финал. Собственно. Ну, видимо, так по кругу, да, будет идти. Отлично.